В соответствии с Национальным планом действий по внедрению программы экономических реформ 2010-2014 годов Севастопольская городская санэпидстанция была реорганизована. В нашем городе созданы две структуры. Это Главное управление госсанэпидслужбы в Севастополе и госучреждение Севастопольский городской лабораторный центр госэпидслужбы Украины. Сегодня сотрудники этих учреждений отмечают профессиональный праздник. Установление праздника – это признание государством труда и забот сотрудников санэпидслужбы в обеспечении санэпидблагополучия населения Украины, и я не побоюсь сказать большие слова, и национальной безопасности. Поэтому труд санитарного врача и эпидемиолога, он важен во всех стадиях жизни, ходит ли ребенок в школу, учится ли он в школе, занимается ли он спортом, трудится на трудовом месте. В любом случае, все аспекты жизни связаны с санитарной службой. Что касается лабораторного центра, мы выполняем весь объем лабораторных исследований, которые предусмотрены программой. Мы оснащены достаточно лабораторным оборудованием. У нас остались высокопрофессиональные кадры. Поэтому мы задачи по обеспечению санэпидблагополучия выполняем и с уверенностью, могу сказать, выполним. В ходе торжественного собрания санитарных врачей от имени городской государственной администрации поздравил Виктор Пологов, начальник управления охраны здоровья. А от имени Севастопольского городского совета депутат Иван Ермаков. Они вручили передовикам санэпидслужбы грамоты и благодарственные письма. Когда санитарные врачи работают хорошо, то их работа незаметна для горожан. И в этом году резонансные ЧП удалось предупредить. Служба сработала четко и профессионально. Владимир Илларионов, программа «Наше время».